Лейтенант, когда месяц уже роем, метров 100 прошли, должны быть за колючкой. Заткнись. Лейтенант, уже бетон до самого входа догнали. Скоро дырку перекроют и трындец. Сейчас. Ruhe, nicht sprechen. Сейчас. Подмени, брат. Нация! Мы едины! Браво! Спасибо, спасибо. Может быть, еще одну репетицию? Нет, нет. Милая Лени, я никак не могу понять, как же получается, что мы снимаем здесь, в этом зале, а потом я окажусь среди массы людей. Нам поможет это сделать искусство монтажа по законам Кулешова. Это русские придумали так снимать? Да. Замечательно они это придумали. Дорогая Лени, спасибо большое. До свидания. Здравствуйте, Ганс. Здравствуйте, фюрер. Ну, как вам я? Как всегда, гениально.
Главком считает, что провал последних четырех диверсионных операций связан с утечкой информации в штабе армии. Враг был извещен о малейших подробностях операции. Крот, товарищи, завелся в наших рядах. Под подозрением все генералы, в том числе и вы. Я требую немедленно проверить возможную причастность всего высшего командного состава к утечке информации. Есть. Работа по проверке уже начата. Предлагаю, первое, сузить круг подозреваемых. Второе, провести дознание. А воевать кто будет? Вы об этом подумали? Что же, из-за одного предателя всех в карцер? Без дознания обойдемся. Приказываю немедленно приступить к разработке спецоперации. Собирайте группу, зашлем ее к немцу в тыл. У нас тут Гитлер подвинется и обосновался, как у себя дома. А у меня приказ принять все меры к ликвидации этого Вервольфа. Вот пусть группа и займется там сбором информации. Товарищ комиссар, это невозможно выполнить. Мы просто людей загубим. Партизаны сообщают, что вокруг Ставки существует 20-километровая особо охраняемая зона. Там полк гестапо, войсковые соединения. Каждые 500 метров наблюдательные посты. С воздуха ведется наблюдение. Мы уже 3 разведгруппы потеряли. Никто не вернулся. Отставить! Вернулись, не вернулись. Не ваша забота. Мы на войне. Об операции поставить в известность подозреваемых. Либо Крот даст о себе знать, либо будет собрана ценнейшая информация. Если кто-то из группы вернется. Сколько есть времени на подготовку? Даю 3 дня. Пока Крот здесь роет, никто не может быть спокоен. Есть. Есть. Простите, Ганс. Я, кажется, увлекся. Ближе к делу. Так что там на Украине? Давайте поговорим наедине, в более спокойной обстановке. Строительство ставки под Винницей почти закончено. Думаете, пришло время перебираться мне на восток? Геринг обещал, что ни одна бомба не упадет на Винницу. Да? Про Берлин он тоже обещал, что ни одна бомба на него не упадет. На войне свои правила, Ганс. Жизнь фюрера бесценна для нации и немецкого рейха. Вот и берегите ее. Вы же начальник безопасности рейха. Есть у меня одна идея.
Чудесно, Ганс. Да, мой фюрер. Почему этот заключенный работает один? Здесь же работает тройками. Пленный, твой номер. 171-32. Где еще двое? Так умерли утром. Говорит, подохли. Товарищ комиссар, по вашему приказанию прибыли. Генерал Васильевич, генерал Зарицкий, дивизионный комиссар Салов. Все? Так точно. По оперативной разработке наиболее вероятные кандидаты. Присаживайтесь. Проси, генералов. Вам известно, как немцы называют этот укрепрайон под Винницей. Кляйн-Берлин. На нашей советской земле фашисты чувствуют себя как дома. Поляков. На этой территории, по нашим агентурным данным, находится не менее десятка германских разведшкол. Ставка Гиммлера, ставка Геринга, немецкий штаб Верховного командования сухопутных и военно-воздушных сил и, главное, новая ставка Гитлера – Вервольф. Точной карты укрепления сооружений в этой зоне мы до сих пор не имеем. С этого момента вы все входите в сводный совет по обеспечению директивы 1217. Цель совета – точная карта укрепрайона. Оперативное руководство. Генерал Поляков. Есть. Вопросы? Никак нет. Свободны. Перекличка скорая, надо бежать. Они бегут на минное поле. Нужны собаки. Субтитры сделал DimaTorzok.
Майор, собаки! Уходим по воде! Кажется, оторвались. Беги давай! Спасибо тебе. Разрешите? Товарищ комиссар, из 12 кандидатов на роль командира разведгруппы мы отобрали майора Седова. Кто таков? Товарищ комиссар, это человек, который быстро реагирует на изменения обстановки, способен самостоятельно принять решение. И это что, все о нем? Он единственный, кто вернулся в декабре 41-го, когда мы потеряли 8 разведгрупп. Согласен. Пусть будет Седов. Майор Седов сейчас на задании. Ну, нужно отозвать. Есть. Разрешите идти? Дело Седова оставьте. Thank you.
Gesandten! Ergibt euch! Ihr seid im Kreis der beste Bereitschaft! Больше группы, командир. Что? Этого Седова отозвали? Ищем, товарищ комиссар. Что значит ищем? Провал диверсионной операции. Группа понесла большие потери и... Но этот ваш Седов жив? Не знаю. Что еще у нас? Вчера в 25 километрах под Винницей к партизанам вышел человек. Он назвался майором полковой разведки Гришиным. А что ли? Да мурашек на теле ваш. Партизаны? Ведите в отряд. Я жрать хочу. Сейчас мы разберемся, какой ты наш. Имя? Звание? Майор Гришин. Фронтовая разведка. Документы есть? Ты че, очумел, парень? Какие документы? Разберемся. Пошел. Пошли. Он сообщил, что попал в плен. Вместе с другими военнослужащими привлекался к строительству укреплений ставки Вервольф. Сбежал. Информация, которую он сообщил, проверена. Номер части, фамилии командиров, места дислокации. Все названо верно. Товарищ комиссар, есть предложение использовать этого Гришина в качестве проводника группы. Как-то подозрительно вовремя он вышел оттуда. Товарищ комиссар, командир группы получит приказ ликвидировать Гришина немедленно, как только возникнет малейшее подозрение, что он предатель. Ладно. Не так-то мы рискуем. Если учесть настоящую цель операции. Ешь, ешь. Нажимай на масел. Вы доложили о моем аресте полковнику Зотову? Угу. Арест. Чтоб меня так арестовали. Его кормят, поют. А он, фашистская рожа, чем-то еще недоволен.
Арест. Фамилия? Звание? С какой целью пересекал линию фронта? Я майор Седов. Находился на задании в тылу врага. Цель задания? Не имею права раскрывать. Состав группы? Не имею права раскрывать. Когда и кем забрасывался в тыл к немцам? Товарищ лейтенант. Тамбовский Волтке, товарищ. Товарищ полковник, на веренном мне участке фронта за последние двое суток задержаны трое немецких диверсантов, которые выдают себя за наших разведчиков. Вольно, лейтенант. Благодарю за службу. Здравствуйте, майор. Забираю майора под свою ответственность. Оставьте нас на несколько минут. Слушаюсь. Спасибо, лейтенант. Было очень вкусно. Ну, здравствуй. Здравствуй. В замке Гауляйтера нас ждали. Кто-то предупредил фрицев. Разберемся. Кто-нибудь живых остался? Кроме вас только Нестеров. Сейчас его что будет? Нестеров жив. Здорово. Секундочку, товарищ Нестеров. Знаете, до войны чудесное время было. Вот я до войны швеей на фабрике большевичка работала. Вот какие мы костюмы шили. Ну, чудесно. Дипломатов одевали, артистов одевали. Всех одевали. У нас даже сам товарищ Калинин в нашем костюме на съезде партийном выступал. Да ну. Ну да, в нашем замечательном костюме выступал. Ну, как война, мы сразу с девчонками решили всей бригадой рвануть на курсы медсестер. Да. Угу. Такое было решение. Угу. Видите? О. Да. Ну, отлично. Мы отдали ну, хорошо. Да. Решение. Ну, спокойненько. Очень красиво. Да. Спасибо большое, доктор. Я понимаю, майор, что после такой переделки вам положено несколько дней полноценного отдыха. Но, боюсь, с отдыхом придется подождать. Есть отложить. Я, собственно говоря, чего вас искал? Вы назначаетесь командиром разведывательной группы для выполнения особо важного задания. Группа сформирована. А что? У меня есть просьба. Включить состав группы капитана Нестерова. Против Нестерова не возражаю. Отлично. Но здесь, в этой операции, нам понадобится еще один человек. Картограф-профессионал. Так сказать, лучший в своем деле. Лебедев, Семен Ипатьевич. Заказ номер 36-487. Две минуты на сборы и с вещами на выход. Да. Полковник. Ищи второго. Есть.
Ну все, хватит. Снайпер! Встать! Боец, ко мне! Пусть будет. Гвардии сержант Тихомирова. Товарищ полковник, по вашему приказанию прибыла. Неплохо, неплохо. Служу трудовому народу. Занимайтесь по плану. Но нужен второй. Есть один умелец. Правда, он штрафбат. Реабилитировать. Под мою ответственность. Сосед! Встать не можем, стрижет гадко грядку! Семенова давай! Да, пулеметчик в доте, пусть поможет! Семенова, там на левом фланге в квадрате 34-12 наши залегли. Подмогни им. Сейчас. По доту. Отходь. Семенов, командиру. Командир? Хорошо. Попов? Yeah. Давай сопроводи Семенова командиру роты. Здорово, пацан. Привет. Гражданин майор. Тут, Семенов, такое дело. В общем, считай, что искупил. Держи, лейтенант. Служу трудовому народу. Хотим предложить вам участие в одной секретной операции. Участие добровольное. Вы можете отказаться. Никак нет, товарищ полковник. Тогда заполните вот эту анкету. Что это вы меня так рассматриваете, товарищ полковник? Вы замуж? Ну, знаете, это... Отставить. Отвечать по сути. Я не из праздного любопытства вас спрашиваю. До вас две группы не вернулось. Нет, не замужем. Вернее, мы просто не успели расписаться.
Он служил в авиации. Похоронку прислали его маме. Извините. Еще родственники, близкие есть? Никого. Это хорошо. Это что значит, что у нас вообще нет шансов вернуться? Шанс всегда есть. Просто им надо воспользоваться. Хорошенько подумайте. Фюрер непреклонен. Он тверд в своем решении перебраться на восток. Я не понимаю, почему ты так волнуешься. Русским никогда не добраться до планов и секретных чертежей ставки фюрера. Все строители Вервольфа будут уничтожены. О самых секретных бункерах и подземных ходах не знает никто. Даже Штрувы и Даннер. Я все равно бы повременил с переездом. Русские готовят группу матерых диверсантов для заброски в район Винницы. Агентурные данные. Я бы хотел, чтобы не Даннер, а ты со своими людьми встретил их там. Конечно. Я готов. Ich bin froh, рад, что могу на тебя положиться. Dass ich mich auf dich verlassen kann. Бережем сил для фрицев. Документы ваши. Вот, пожалуйста. Вы не скажете, кому мне обратиться? Это вам надо к нашему старшине. Здорово. Кстати, вот он, товарищ старшина, это к вам. Товарищ старшина. Что, Лебедев Семен Ипач? ЗК 36-487. Вы уже не зэк. Старшина Стахович. Очень приятно. Значит, станьте на довольствие. Ну, офицерских сапог нет у меня, все выдал. И гимнастерки вашего размера тоже нет. Я могу сообщить супруге? Напишите, я передам. Действительно, передадите? Семен Ипач, и письмо передадим, и гимнастерку найдем. Пишите. Операция носит кодовое название. Охота на Вервольфа. На волка, что ли? Можно сказать и так, майор. Вервольф – это название новой гитлеровской ставки на территории оккупированной Украины. Задача вашей группы – составить подробную карту системы укрепления ставки. Для этого в вашу группу включен профессиональный топограф. Лебедев Семен Ипач. Семен Ипач – один из лучших картографов Советского Союза. И главное, он единственный знаком с системой укрепления ставки Вольшанце в Восточной Пруссии. Особое внимание уделить обнаружению зенитных батарей и скрытных взлетных площадок истребительной авиации.
Связной передаст вам последние разведданные, добытые партизанами. Там же вы состыкуетесь с лейтенантом Гришиным, который и проведет вас в зону. Вы должны быть знакомы с ним. Да, знаком. Толковый парень. Так вот этот толковый парень год был в немецком плену. Ясно. К вам выдадут документы, немецкую форму. Боя избегать, себя не обнаруживать. Через 4 дня вы должны быть уже в зоне и действовать. Да, еще хотел спросить относительно Нестерова. Помните мою просьбу? Товарищ генерал, я докладываю. Сделаем. Почту привез. Привез. Давай, давай. Сидоров. Я. Держи. Сухишвили. Да, здесь. На. Филиппов. Я. Держи. На, это тебе. Дядя, дядя. Ну кто так письма раздает? Смотри. А как? Наденька, ну-ка спляши. Больно ножки хороши, а? А давайте с вами, товарищ капитан, на пару. Гармонь! А ну, бойцы, давай! Опа, 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 выше, выше, выше! Хорошо! Давай! Опа, 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 опа! Вот так вот, понял? Давай. Разрешить? Входите. Значит так, операцию решено назвать «Охота на Вервольфа». Полковник Зотов занимается формированием разведгруппы. Группа фактически сформирована. Высадка планируется вот здесь, за пределами 20-километровой охраняемой зоны. Генерал Зарицкий, вы занимаетесь вопросами переброски. Василевич, вы анализируете и обрабатываете разведданные. А вы, дивизионный комиссар, занимаетесь вопросами связи с агентурой на местах. Есть. Вот здесь точные инструкции по каждому ведомству. И еще. Не забываем о чрезвычайной важности, а следовательно, секретности операции. Вопросы? Никак нет. Свободны. Да как он собирается? Да, мы, похоже, с грузом идем. Семен, подчинить туда. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, стойте. Да, профессор, вы только не орите, когда будем десантироваться. Хорошо? Конечно, постараюсь. Держите? Нет. Да. Еще, когда будем прыгать, вы там за облака не зацепитесь. Очень смешно. Ну, мало, ненароком. Да, не набей шишку. Вольно. Ну что, братцы? Время на подготовку почти исчерпано. Вылет сегодня ночью. Постреляйте, получите снаряжение. День на все. Товарищ полковник, разрешите близким письма написать? Пишите. Ну, сами понимаете, без подробностей.
Докладывайте. Товарищ генерал, группа к отправке готова. Вылет через 8 часов 34 минуты. Отлично. За это время Крот выдаст себя. Пеленгаторы готовы? Так точно. Как только генералы получили конверты, мы запустили пеленгаторы. Хорошо. Пришлите ко мне радистов. Хочу быть в курсе всех исходящих сигналов. Есть, товарищ генерал. Разрешите войти. Садитесь.